За эти дни уличные котики очень проголодались. Этой еды им буквально на 3 дня. Животным домашнего мини-приюта 9 жизней. Все, что получилось сегодня купить. Улица просто в усмерть голодная. Это бездомные кормятся на постоянной основе здесь у девушки. Двое из которых настоящие хозяйские коты через забор. Но туда они уже давно даже не заходят. Живут всю зиму просто в гараже на территории приюта. Сегодня у наших прогулок. 2 дня солнышко греет по-весеннему. Дети носятся по улице, их много, очень. И для Влады в таком состоянии, в котором она сейчас, это просто неподъемная ноша, за которую девушка несет все равно свою ответственность. Болеть ей нельзя, она это уже поняла. Застой по всем фронтам. Мы справимся. Волонтер знает, что все, конечно же, наладится. Главное, ей сейчас поправиться, и все станет на свои места. Приюту актуальна любая помощь. По питанию у нас сейчас просто полный завал. Ты, Говорушкин, иди спатки ложись. Иди ложись спатки. Иди. Иди. Иди спаточки качает уже. Иди. Иди, я пойду скоро. Давай. Давай отдыхать. Давай. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Давай, давай. Качаешься. Давай, спаточки, давай. Давай. Дома. Давай, маленький, ну давай, спатки, давай, иди ложись, иди. Манёночка. В лазике дренажик стоит, чтобы вся гадость выходила. Давай, сонненький, давай, иди спатки ложись, иди.